В Шымкенте врачи борются за жизнь новорожденной девочки, найденной на улице. Ребенок, которому всего несколько часов лежал на голой земле. Сейчас жизнь малышки поддерживают благодаря аппарату искусственного дыхания. Врачи не теряют надежды на ее выздоровление и даже придумали для найденыша имя Жулдыз Сактаган, что в переводе «спасенная звезда». Мамашу, которая бросила новорожденную девочку на произвол судьбы, сейчас разыскивает полиция. Мы стараемся сделать все возможное от нас зависящее. Она сейчас на данный момент тоже находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Она не дышит сейчас сама. Но она уже согрета, и она реагирует на осмотр.